Одно из самых удивительных и красивых мест на Земле находится в Турции и называется Памуккале. Это переводится как «хлопковый замок». Место похоже на гору, целиком покрытую снегом. Но сугробы в этих краях бывают редко, а местным жителям больше знаком и привычен вид цветущего хлопка. Отсюда и название. Белоснежная поверхность склонов Памуккале состоит из травертина. Это родственник известняка, накапливавшийся здесь тысячелетиями. Все потому, что Памуккале богат термальными источниками. Нагретая минеральная вода выходит из-под земли через древние разломы, созданные землетрясениями. Она стекает по склонам и образует небольшие природные бассейны. А травертин — это, по сути, осадок, который остается после такой минералки, потому что она богата кальцием. В качестве оздоровительного спа Памуккале используют с древних времен. Говорят, сама Клеопатра принимала здесь природные ванны. Древние римляне построили рядом с источником курортный город Иераполис. Комплекс из 17 минеральных горячих источников с температурой воды от 30 градусов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, чрезмерная популярность этого места не идет ему на пользу. Слишком большое количество туристов мало-помалу разрушает уникальный памятник природы и хрупкие травертины. Поэтому в наше время купаться в большинстве источников посетителям не разрешают. На рассвете и закате белые склоны Памуккале ненадолго переодеваются в розовый цвет. Самый жаркий и популярный у туристов период с мая по октябрь, когда температура на улице от 20 до 30 градусов.